Есть такое место, где официально запрещено заводить животных. Здесь также нельзя рожать и умирать. Все потому, что на архипелаге нет хорошего родильного дома, а только дежурный акушер. Он следит за ходом беременности и как только подходит время, отправляет будущую мамочку в больницу на большую землю. Смерть здесь запрещена, так как в ледяную землю невозможно хоронить. А вечный мороз и температура, не поднимающиеся выше плюс 5, не дадут разложиться телу, и оно будет долго привлекать хищников. Пожилых заранее отправляют на заслуженный отдых в крупные города. Поэтому на Шпицбергене живут активные, здоровые горняки и их семьи. Это популярный архипелаг в Северном Ледовитом океане. Но несмотря на то, что он является крайней точкой Норвегии, здесь проживает около 3000 людей. Но котов официально нет, так как власти Норвегии, которым принадлежит архипелаг, решили, что коты могут переносить инфекции вроде бешенства и эхинококкоза. Среди диких зверей здесь встречаются медведи, лисы, песцы, олени, а в море обитают киты. С ними за свое место под солнцем сражался Кеша, местный кот. Он не вступал в перепалку с белыми мишками, а вот с песцами и завезенными человеком крысами воевал до выдранных клочков волос и шрамов. Кеша жил здесь нелегалом, все потому, что в Шпицбергене действуют довольно странные, но справедливые законы. Кеша – кот, а по документам – писец. Это стало необходимостью, так как официально заводить домашних животных здесь запрещено. Но 20 января наш рыжий красавец Кеша улетел на Радугу, единственный кот Шпицбергена, зарегистрированный как писец. К сожалению, Кеши больше нет. Он ушел от старости на руках любящей семьи. Рыжий Кеша был талисманом Шпицбергена и одним из самых популярных котов на Земле. Туристы приезжали на архипелаг, выстраивались в очередь, чтобы погладить знаменитость. Они верили, что если встретить Кешу и подержать его на руках, будешь счастлив весь год. Никто не помнит, когда именно и кто привез Кешу на Шпицберген. Вроде бы это сделали рабочие шахты, а родиной красавца был Луганск. Кеша прибыл нелегально. Вообще-то с 1990 года Норвегия запрещает содержание кошачьих на территории архипелага, чтобы защитить местный экологический баланс. Но несмотря на то, что новость о нелегале Кеше быстро распространилась по архипелагу, норвеги делали вид, что ничего не замечают. А наши скоро выправили коту документы о том, что он писец. А разве он похож на кота? Настоящий полярный писец, ласково говорил про Кешу его последний хозяин. Морда Кеши была в шрамах и рубцах от сражений. Но несмотря на бойцовский нрав и трудную жизнь, к людям кот-писец относился с пониманием. Он терпеливо сносил поглаживания туристов и, хотя не очень любил сидеть на руках, вздыхал, но терпел, когда его отрывали от земли и устраивали фотосессии. Раньше Кеша обитал в Баренцбурге на свободном выпасе, но везде ему был готов и стол, и дом. Кеша мог пожаловать в любой из 500 живущих здесь семей, и те считали визит арктического кота за великую честь. Но, пожалуй, из всех обитателей поселка Кеша больше всех любил шахтеров. Только в шахтерской семье суровый арктический кот расслаблялся, говорил мур-мур-мур и даже валялся на спине, показывая пузико. Какая порода у Кеши, неизвестно. Норвежцы из тех, кто не поверил легенду о писце, считали, что кот норвежский лесной. Но наши люди были уверены, что Кеша, конечно же, сибиряк. В последнее время кот стал домоседом. Он облюбовал себе зеленый домик с молодой семьей. Кот уже не обходил с дозором свои владения, но если позволяла погода, выходил на крылечко, чтобы посидеть на своей зеленой табуреточке. Во время пандемии
Популярность кеши возросла еще больше. Кот, живущий на краю земли, вдохновлял и поддерживал людей, оказавшихся в трудной ситуации. Кеше посвящали стихи, желали коту здоровья и мечтали встретиться с ним. Кеше было около 14 лет. Будь счастлив на радуге, наш рыжий красавец, настоящий сибиряк.